стояли мы тут на непонятном месте, то ли платное, то ли бесплатное, закрыто забором, там что-то указано, что платное, вот. Ну, мы сейчас будем отсюда выбираться. Посмотрим, удастся ли нам через забор как выбраться. Ну, вот выбираемся, короче. Блядь, через туалет какой-то. Угу. Нормально, в общем, выход есть. Подвезли нас русские, перед тоннелем нас остановили. Идем, короче, позелись прям по тропе. Красота кругом. Вообще. Сказал. Первый раз русские подвезли. Короче, сошли мы с дороги, тут было написано вход запрещен и типа штраф. Но Артем говорит, что скорее всего это просто въезд. Запрещен, неправильно перевели. Люди все ходят, все нормально, Ликийская тропа. Вот мы в море. Тут корабли выкупывают. В этих прям. Купают их. Купают их по жилетах. Плавательных. А мы уходим туда. По красивым местам. Что живут? Что? Пожалуйста, ну пожалуйста, ну купите билет, пожалуйста. Не идите просто так. Начинается Фазелис. Красота, лепота. Что подходим к Фазелису? Вот, внутрь не пойдем за деньги, зато пойдем мимо. Корейский тр... Ой, бля, какой корейский? Ну, в общем... Мы не видим никакой тут кассы. Значит, касса уже была где-то там, и все эти предупреждения для тех, кто бесплатно зашел и купил билет. Поэтому можешь сходить, Фазелис, смотреть, что хотите. Мы продолжаем идти в Токирову по Ликийской тропе. Это знаменитая Тахталыева, вон она там, 2300 метров. Сейчас следующий у нас пункт Токирова. Ну, где-то там за холмом. Не отавливайте ценные вещи. Не оставляйте. Каком они переводчики смотрели вообще? Прикольно тут бунгало. Интересно, сколько такое стоит арендовать. Классно. Пока мы, в общем, плутали здесь, искали тропу, нам подсказали люди. Гранатовые сады. Что нам дала нам овсянку. И такие с пикмезом. Нормально. Я вчера купил, но много тахини не бывает. Проходим сады и вид на Тахталы тут офигенный. Вообще, если хочешь, мандарины. Гранаты, наверное, где-то есть, тут теплица еще. Очередная опунцевая операция. Это очень нелегко. Снять их в уголках, не испачкаться. Отлично. Можно их прям сразу в воду, но не знаю, насколько эта вода чистая. Так, ну что, зависли мы в Токирово на Wi-Fi. Здесь вот. Хорошее местечко. Закупили еды, будем сейчас тащить это все. Тяжело и далеко. Где-то 5-6 километров.